Местами может быть тихо. Включи субтитры. Кратко о том, что было в предыдущем видео из серии «Первый раз за границей». Первый раз в жизни полетели за границу. Остров Пхукет. Мы заселились в отель, погуляли по самой оживленной улице острова Бангла Роуд и пошли на следующее утро на пляж. Да, мы идем на ночной рынок за едой, потому что днем здесь нормальную еду купить невозможно. И что мы там будем делать? Есть. Что сегодня делал целый день? Парень были на встрече с гидом, были на чужой территории отеля, но нас никто даже не спросил, что местные мы живем в этом отеле или почему нет. Почему они нам говорили нихао? Нет, это они здоровались. Можно было бы там на лежаке полежать, в бассейне покупаться. И да, я сомневаюсь, думаю, что нас даже никто не спросил вообще. Можно даже было бы пожить там у них. Очень хороший отель, намного получше, чем у нас. Чем получше? Ну, всем, обстановкой, обслуживанием. Фешенебельностью? Фешенебельностью. Ты любишь фешенебельность? Я люблю. Ты любишь фешенебельность больше, чем помои? Конечно. Валя попросила ее сфотографировать в фешенебельном районе. Сейчас будет фотография. Это не фешенебельный район, я это видел. Но мы не в помоях, у нас средничок. Ну тут воняет. Коровьим говном, да? О, а вон чувак в бадминтон играет. Сейчас пойдем к нему. Блин, прекратил играть. А, еще мы дошли туда 6 секунд идти от нашего отеля. Там есть Бангкок Банк. Там самый выгодный курс. Да, там самый выгодный курс. Ну, в принципе, на все валюты. На доллар, на рубль, на гривну, на евро, на иену. А что перечисляешь все валюты? Я перечисляю только выгодные валюты. Короче, мы подходим уже к рынку, вон он. Короче, оказывается, на первом этаже покупаешь свою еду, точнее, покупаешь морепродукты, сюда приносишь, и они готовят. Здесь почему-то, кстати, русских нету. Одни China people. Вот они. А я забыл, как это называется. Рамбутан и чебухан. Нет, волосач какой-то и типа чеснока, но очень сладкое и такое вязкое на вкус. Но вкусно сладкое. По 82 килограмма. Мы взяли по килограмму. То есть, короче, уже готовое. Я уже рассказывал о том, как мы купили экскурсии у гида. Расскажу подробнее о них. Одной из экскурсий была поездка на 4 острова, где-то в районе северо-востока Пхукета. Когда мы переплывали с первого острова на второй, то попали в небольшой шторм. Некоторых ребят даже тошнило, но дождь в такую жару был по кайфу. Сегодня 4 сентября, Вася, с днем рождения. День нашего путешествия. Мы приехали на острова, как называется, Ням-ням. Нет, в общем, я забыла, как оно называется. Ну, это маленький островок, где яйца, ничего особо примечательного, но так просто привозят сюда 40 минут погулять. Вот на том мы приехали, хотели, все уже почти вышли. Он нас ждет. Вот весь остров. Все, увидимся на следующем.
наше путешествие называется «Поездка на райские острова». В результате нас привезли на китайские острова. А якорь заодно у нас зацепился, сейчас он немножко мало отрежет и дальше поедет. Погодилось, и со второго на третий остров ехали намного спокойнее. Вот приехали на Банг-Джай, Исланд, напротив острова Коканут. А вот там, на той стороне, остров Коканут. Коканут, Исланд. Понравилось ехать? Да, в этот раз спокойно было. Спокойно? Да. Только мне кажется, у меня плечики обгорели. Обгорели? Нет. Ну, чуть-чуть. Но красновато. Я в этом не разбираюсь. Ну, пойдем нырять с масками. А куда идти? А вон пальмовая роща, прикольно. Мы туда тоже сходим. Сколько мы здесь по времени? Час. В общем, идем нырять с масками. На самом последнем острове было прикольнее всего. Остров маленький, и при наличии волн хотя бы от 1 метра острова уже не будет. На следующий день мы уехали с Пхукета на материк, чтобы сплавиться по реке в джунглях на плотах. Еще катались на слонах и также нас возили посмотреть водопад. Но это так себе. Итак, прошел очередной день. Вечером мы пошли кушать уже как обычно на рыбный рынок и гуляли по центру. Доброе утро. Там так журчит, как будто бы там дождик. Сейчас я посмотрю, что там, дождик или нет. О, да тут дождик. Время сейчас сколько? 8:30. Сколько будет идти дождик по времени? Но через полчаса дождь прошел, а еще через полчаса все улицы уже были сухими. И мы поехали на следующие экскурсии. Музей жемчуга. Обычный магазин, где продавец сначала рассказывает о том, как они выращивают этот жемчуг, а потом ты можешь купить всякие разные изделия. Змеиная ферма. Сначала тайцы показывают шоу со змеями, а потом продавец рассказывает, какие лекарства и другие разные средства из змеиного яда можно купить у них. Крокодиловая ферма. Сначала тайцы показывают шоу с крокодилами, а потом ты можешь купить изделия из крокодиловой кожи. Так проходила первая половина нашего 10-дневного отпуска. Мы ходили, гуляли пешком вокруг отеля, до пляжа. Уходили до пирса с видом на наш пляж и город Патонг. Но все это было в пределах нескольких километров от отеля. Но после этих экскурсий на этом наша стандартная программа туриста-пакетника закончилась. Мы взяли в аренду байк и стали открывать для себя новый остров. Подпишись на канал.